Мы уже привыкли к тому, что в небе летают самолеты, в которых нет пилота, беспилотники. Мы уже привыкаем к тому, что на дорогах Таллина появляются автобусы, где нет водителей. Что ж, теперь придется привыкнуть к тому, что, например, в эр-киосках не будет продавцов. Сразу спешим успокоить, что открытие такого магазина не означает массовое сокращение работников таких киосков. Данный магазин – это инновационное решение, подобное Amazon Go в магазине шаговой доступности, где нет ни официантов, ни касс. Покупатель заходит в магазин, выбирает понравившиеся товары, которые автоматически добавляются в виртуальную корзину и покидает магазин. В магазин можно войти как с помощью мобильного приложения AirKiosk Go, так и с помощью банковской карты. В таких магазинах процесс покупки будет быстрее. Но что самое важное, такая система позволяет предлагать свои товары клиенту 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Сейчас есть несколько специализированных магазинов или заправки, которые работают круглосуточно. Но то, что раньше было закрыто в ночные часы, выходные или в госпраздники, теперь может работать все время. Покупка происходит следующим образом. При входе в магазин вы регистрируете свою кредитную карту или заходите при помощи приложения, выбираете товар, который находится уже на очень точных весах, благодаря чему система распознает покупку. Ну а после того, как вы набрали все необходимое, вы нажимаете на кнопку, чтобы вас выпустили, а система, в свою очередь, снимает с вашей карты деньги за приобретенный товар. Мы открываем здесь примерно его 4 месяца. Здесь его строили, проверяли, тестировали около 4 месяцев. Вообще, это занял проект более полугода. Сейчас разработчики будут следить за тем, как будет функционировать данный магазин без персонала. В случае возникновения каких-либо проблем, в его работу могут внести коррективы. Предприятие планирует открыть еще 2 таких киоска без работников, однако точно говорить о том, где именно они будут установлены, еще рано. Сергей Овченков, Андрес Лорент, новости Таллина.